Музыкальные иллюстрации и красочные зарисовки народного быта. Перед ульяновскими зрителями выступил известный актер Даниил Спиваковский. Вместе с музыкантами из Ульяновского оркестра русских народных инструментов он представил литературно-музыкальную программу «Ночь перед Рождеством» по одноименной повести Гоголя. Артист прочитал произведение, виртуозно изобразив каждого персонажа и передав весь комизм ситуации. Это я, твой друг, все сделают товарищи и друга. Денег дам, сколько хочешь, Оксана будет сегодня же наша. Кузнец стоял, размышляя. Ну, изволь. В Ульяновске артист не в первый раз. В жанре чтецких программ он работает уже 10 лет, гастролируя по городам России и выступая с разными музыкальными коллективами. Спиваковский признался, очень рад приезжать в наш город и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. В Доме музыки московском уже 9-й год существует абонемент, который называется «Классика с Даниилом Спиваковским». Да-да-да-да-да-да-да. И я с разными коллективами там выступаю. И за это время уже 15 разных произведений я прочитал. Причем я сам лично пишу все инсценировки, все сценарии произведений. Концерт открыл в регионе «Год книги». Сам артист признался, что подобные концерты – отличная возможность для школьников услышать гоголевское слово под красивую музыку.